эти моменты в нашей жизни. Окончательные моменты. Такие мощные. Они изменили путь того, кем мы стали. Воспоминания застыли во времени, как фотографии. Этот момент, где время остановилось. Мне было 6, когда я впервые сел на байк. Моя мама купила байк в семейной встрече. Я помню, он выглядел как зверь, свирепый и гордый. Я положил свою руку на газ, повернул ее, он грохотал и выл. Я как будто мог контролировать его дыхание. Это помогло моей первой поездке. Этот момент был больше, чем я. Он выбрал меня, чтобы быть там. Было ветрено. Со спущенным колесом ехал по траве и грязи. Это было, когда я впервые почувствовал скорость. Был рассвет. И где-то между мурашками, по коже и улыбками, я знал, я бы всегда ездил по этой открытой дороге. Это стало моей мечтой всего за один день на мотоцикле. Три тысячи 745 дней спустя, в 19 лет, я наконец-то купил свой первый байк, старый Харлей. Панхед 57-го года. Назвал его в честь своей любимой бабушки. Мейбл. Мейбл был моим первым байком и моим лучшим другом. Я становлюсь одержимым, с духом езды. Абсолютно свободен. Я никогда не хотел машину. Мы ездили через заброшенные здания. Живем в грязи. Пересекаем страну. Мы путешествовали через золотые равнины. Избирались на горные дороги. Сквозь каньоны. И отдыхали в бесшумных пустынях. Она была моей Америкой. В тот же год эти бесчисленные мили дали о себе знать. И байк сломался. В байк-радж. Имеется старый мотор. Это был Knucklehead, прям как я. Он не работал целый год, но что-то в ржавчине и издыхающем металле было. Это вдохновило меня. И просто так у меня появилась новая мечта. Я хотел взять что-то забытое, что-то старое, что-то изношенное, что-то необычное, и сделать это моим. С абсолютным непониманием, как это починить. Я купил двигатель. Полной решимости за один день и его изучить. И тогда реальность окуталась тайной. Это мечта молодых парней. И мне пришлось ждать. Это была длинная дорога. Я чувствую, что моргнул, и 20 лет прошли в мгновение. Но я больше не один. Я и больше не молодой. Я не в грязи столько, сколько я хотел быть. Но я в любви. Я муж и отец, и это самая большая заслуга в моей жизни. Это заняло 3 десятилетия в изготовлении. Это самая длинная мечта, за которую я когда-либо держался. И сейчас лучшая часть. Я поделился этой мечтой с моими детьми и с людьми, которых я люблю. Мне 40, и я наконец-то построил байк. Люди, которые пришли в наши жизни, как направляющие духи, показывают недостающие уроки, которые нам нужны, учителя, которые становятся друзьями, а друзья становятся семьей.
Может, мы нарушили закон, но нам было весело. И самое лучшее из этого, мои дети увидели, как их папа учится. Эта радость на их лицах отображена в памяти. Память об этом маленьком мальчике в коляске байка, несущийся через задний двор с такой улыбкой. Я чувствовал это, когда это случилось со мной. И сейчас я могу увидеть это на лицах моих детей. Этот момент, где время остановилось. Под ржавчиной и старостью. Каждая деталь имеет свою историю. Каждая байка имеет свою историю. Они прошли через войны, выжили в огне. Они защищены и спасены. Даже исцеленные изменили жизни. Вместе мы построили Харлей. И когда он был закончен, мы стали частью этого наследия. Это американское наследие. Построить.